Дорогие друзья, всем привет! Я хочу сделать опровержение про апатиты. Они не виноваты, виноват я. Но у меня есть некоторые оправдания, как все это получилось. Итак, первое, сразу, чтобы сходу. Лекция «Математика для автолюбителей» уже с февраля лежит у меня на канале. Просто я об этом ничего не знаю. Я, понятно, 100 лет назад об этом забыл. Второе. Как все это вышло? Вышло это так, просто чтобы объяснить с самого начала. В начале сентября коллеги из Апатит меня поздравляют с началом нового учебного года с ссылкой на видео, которое у них записано на их канале. Я помню, ну, головой помню, что довольно долго мы списывались, я не помню, чем закончилось, но я помню, что очень долго я эту лекцию пытался получить. Я вот не помнил, получил я ее или нет. Поэтому я пишу. О, круто, наконец-то эта лекция есть. Я не помню, что она уже есть. Я говорю, спасибо огромное, только нам надо на наш канал, а не на ваш. Смотрите, вы на свой положили, но это означает, что мы на мой уже не можем положить, потому что у нас много подписчиков, за нами YouTube следит. Повторы невозможны. Дайте, пожалуйста, файл, снимите с вашего и дайте файл, чтобы мы залили на свой. Нет, чтобы в этот момент коллеги из Апатит сказали, да он давно у тебя на канале, Алексей. Видимо, они тоже об этом забыли. Но сейчас такое время, такой век, что никто ничего не помнит. Ну и, соответственно, вместо этого говорят, что больше ничего для вас не можем сделать, кроме как вот эту ссылку на наш канал дать. Я, понятно, лезу в бутылку, потому что, ну, как бы, я считаю, что меня обманули в этот момент, да? Ну, а как мне еще считать? И я, значит, начинаю эту всю войну. Вот, ну, как бы, со всей рьяностью, на какую я, как вы знаете, способен. Я при этом совершенно ничего про эту лекцию не понимаю. Ну вот дошло до того, что я выложил публичное обвинение, значит, в клятву преступления людей совершенно не по делу. Но если бы коллеги все-таки были внимательнее, то до этого бы не дошло. Ну а так мне приходится сейчас принести глубочайшие извинения, и я их приношу. Но если бы я не положил этот видеоролик сегодня ночью, я бы так и не узнал, что все хорошо. Поэтому я бы продолжал считать, что меня кинули. Так что все хорошо, что хорошо кончается. Апатиты, спасибо огромное и за приглашение, и за лекцию, которую оказывается теперь и у меня, и у вас. Это, пожалуйста, у вас она залита позже. И, ну, как бы на вашем небольшом канале это не страшно, к вам не будут придираться. Страшно было бы, если бы наоборот, у вас она появилась бы раньше, чем у меня. А так все нормально, можете ее оставить у себя на канале, пожалуйста. Ну, как бы последствия за повтор вы там сами, если что, будете как-то разруливать. Но я не настаиваю ее снимать, ничего. А вот эта вот вся история, мы ее обратим во благо, сделав ее еще одной рекламой шикарной лекции «Математика для автолюбителей», которая по ссылке внизу на моем канале уже в феврале была. Смотрите ее снова, передавайте всем и так далее. Вот только сейчас думаю, сижу, что делать с предыдущим роликом. Урезать его или уже так оставить? Я там написал и закрепил в закрепе публичное извинение. Вот, в комментарии, но все же, может быть, кто-то будет заходить и читать и там что-то думать. В общем, сейчас мы про это думаем, но, по крайней мере, этот ролик прямо сейчас я пощу поскорее, чтобы все, значит, поняли, что апатиты не виноваты, никто меня не кидал. Всем пока, до встречи на канале!